Всем привет, с вами Хоккей Стик, Алексей, Александр. И сегодня у нас в гостях Михаил Коротков. Мишань, привет. Можно? Чемпиону. Чемпиону U17 и вообще двукратному чемпиону России. Вообще таких вратарей не было, которые двукратные чемпионы страны. Вот. И поэтому сегодня, Мишаня, мы будем сражаться против тебя в американку. Подожди. Можно от себя добавить? Давай. Мы пока вы не видели, мы сыграли разминочную серию. Я не буду раскрывать все карты, но мы выглядели очень неплохо. Он, правда, тоже очень хорош, но мы выглядели великолепно. Да. Ну что, давайте начинать. Поехали. Погнали. Я его прикормил. Опять ты прикармливаешься. А теперь думаю, что максимум я могу только в штангу. В чем залог нашего успеха? Мы тренировались. Это второй раз за две недели мы на льду. А я не тренировался. Вы все так говорите? Ну что, поехали. Я же говорю, я его прикормил. Он думает, что я могу только в штангу попасть. Но еще и мимо можешь. Мимо. Все-таки постараемся мимо. Погнали. Но, Саша. Нам нужна эта шайба, это же Саня. Все нормально. Кстати, про черенок разговор. У него черенок в другой руке, этого я не учел. Кстати, особенность хоккейного города, что когда шайба вверх взмывает, я ее вообще не вижу. Ты-то понятно, почему ты не видишь. Ну, на то и видно, а здесь 2-2. Ой! Я так громко кричал. Давай. Чего ты? Ах ты, Вася! Нахер ты мне ее возвращаешь? Переведи дальше ты ему. Фантастический розыгрыш. Так переведи ему дальше. А меня выводите, я только умею, да. 3-3. Сань, ну ускорься, ляг. Ё-моё. Не успевал. Ускорься, ляг. Хоть сделай вид, что ты пытался. По центру? По центру? Было. Давай, Сань. О, да, Сань. Да елки ты палки. Новое движение. Ты видел, как он сделал? 3-5, это... да? Что-то футбольное. Как Третьяк учил. Как Третьяк учил? Завещал? Дай бог ему здоровья, это да. Давай, 3-5. Лёш. Я хотел. Значит, всё понятно. Слышишь, в разминочной серии как-то веселее было. Ты чё? Я согласен. 3-6. Всё, поехали. Хорош. Туда её. Ой. Это на себе не похоже. Я молчу. Реально неплохо. Ты тренировался? Да. Давай, Мишай. Блин. 5-7. Все шайбы-то все. Да. Спокойно. Отдай ему точно. Надо выигрывать побыстрее, потому что он, походу, подразмялся. Ну, давай так, я в нее сам попал. Давай, Леша. Ну, это типично для вратарей. Блин, да... Да я говорю, отскок плохо видно. Все? Блин. Парни, ну мы старались, да? Я да. С тобой. Это первая только серия. Это первая, да. Я размял. О, скольки мы побед играем?
А финал вы как сыграли? Подожди, вот, подожди, давай, стал? Если вдруг мы проиграем вторую, да, то играем до трех. Я, как тебе вообще забивали? Я был там в финале, да, по-моему, что-то 6-2, да, что-то, да, такое. Там. Понятно, что парень вытащил. Нет, там 5-3 забили. И очевидно все. Ну, конечно, ты был не виноват. Вратарская победа. Ты был не виноват. Ну, он, конечно, хорош. У нас вопросы, вот ты там что-то говорил. Ты сам чуть поближе, Сань. Ну. Ты сколько с точки-то забил? Две. Одну. Одну? В смысле одну? Одну. А всего я сколько забил? Полторы. Две. Я три забил. Три, я одну. Сань. И забил. Да. Сань, вопросы. Это бывает, да. Вопросы. Ладно, 10-6, 1-0 в пользу Мишани. Да. И вторая серия. До трех побед играем. До двух. До пяти. Первая серия. Ну, первая серия неплохо. У меня неплохо была. Да. Я доволен собой. Леха не сыграл на своем уровне. А вот Саня сыграл, кстати, не на своем уровне. Я на разминке вас заряжал. Давай встанем, как мы это делали. Ты там, как на разминке. Я на разминке. Я забил 9. Леш, ну мы-то на разминке выиграли. Не мы. Почему вы говорите мы? Мы команда. Хоккей — это командная игра. Давай. Вот то, что надо. Чего можно? Вверх. Чего верхом? Ты ловушку там держишь, в нее бросать? Хорош. Пожелание к тебе. Блин, да. Вот тебе верхом. Шайба уже пролетает мимо, ты делаешь движение. Вот так. 1-1. Все, давай, Мишань, сейчас я тебе забью. 1-2. И в этот момент я что-то разобью. Ну это непростительно. Броски мимо ворот — это непростительно. Тогда прошу прощения. Давай. 1-2. Хорошая. 2-2. Может быть, все-таки не будем, а вот так вот. Я говорю, счастливую. Давай. Да нет мне счастья. Да елки ты палки, вы. 2-3. Мне кажется, я знаю, куда ему бросать, но не могу попасть. Саня, ну давай. 1-0, 3-2. Да нет! Хорош! Видал, как я? Не хотел ловушку, чтоб тебе. Я оставил ему шансов. Насколько он... Как ты его вытянул на себя? Какой счет? 3-3? Два дебила, ей-богу. Да. Но это он, потому что ответственность высока. Давай. Да еб... 3-4. Все, я знаю, куда бросать. Спокойно. Да чего вы? Извините за мат. Ну останови коньком. Вы подпрыгнула. Просто взять и посрать такой момент. Прилично. Прям прилично. Это не я попал, это он взял. Сань, давай. Мы горим 3-6? Да, мы горим 3-6. Хорошо. Хорошо. Что он там говорил? Броски мимо непозволительно? Он задел клюшку. Да. Выдумай, друг, выдумай. Все, поехали. Спокойно. Он перемещается тоже неплохо. Видел? Он от штанги, это как это, две ноги в штанге упер и шевелится. Сложно, сложно. Да. Сколько? 6-7. Упорочка? Упорочка.
Он только взглядом проводил. Я чуть-чуть не успел. Но. Вот это вот движение. Бля, хомуха. 6 да. Девятки. Вроде бы есть шансы, но они призрачные. Подобное было. Нет, было хорошо, 7. Что ты, Сань, на вершине 7. Сейчас. А, нет, было 6, да, 6-9. Сейчас и посмотрим, у кого нервы крепче. У тебя либо у Миши. Ну тут вопросов нету. Видели, да, что он сделал? Раз, развернул щиточек. Ну, неплохо. Это было сейчас обидно. Что он сказал? Иди туда, с той стороны. Он сказал? Да. Стив, кому сегодня вопросы? Ко всем. Ко всем, я думаю, да. А к Мишане? Ну, к Мишане какие вопросы? 2-0 у нас победил. Да. Но мне кажется, мы сегодня... Были лучше, чем... Ну, мы были достойно. Да, мы вышли на лед. В очередной раз не побоялись этого. Против чемпиона. Я опять забил больше всех. Не факт. Мы там потом посчитаем, сколько ты мимо шай пропустил себя. И найдем виновного. Но я хочу от себя сказать, что Мишань, он прям уверенно. Конечно, он выкатывался так, как никто. Этого мы ему дали шанс. Очень далеко, но он и помладше других. У него вся карьера впереди. Было очень интересно. А те уже на закате, что ли? Против него играть. Было очень интересно против него и неинтересно с вами, коллеги. Такое ощущение, что вы стареете. Да, вы, кстати, не отмечали. Смотри, какую он смелость, да, набрал после того, как забросил несколько шайб. В прошлый раз молчал. Да, сейчас на булитах посмотрим, кстати. Ладно. Почему сейчас? Для подписчиков это же через неделю. Это в лучшем случае. В общем, вам спасибо за просмотр. Вам спасибо за то, что приехали. Мишаня, тебе отдельное спасибо за то, что приехал. Еще раз с победой. Удачи тебе в будущем сезоне. Мы будем следить. Ну сколько? Давай сухарей 10 нормально за сезон. Мы тебе пожелаем. Обязательно вот эту по телеку, когда сейф будешь делать. А я ему забивал. Да. Все. Всем пока. Хоккей в сердце.